Всем привет, с вами Андрей Броскей, Сергей Габриэль Бельман. И мы продолжаем играть в Resident Evil Code Veronica X и побеждать этого босса. Сейчас надо только оставить ленту. Продолжаем побеждать. Ну да, как? Продолжаем получать от этого босса. Нет, сейчас будет победа. Только я заранее подготовлюсь. Месяц тренировок. Да. И победа у нас в кармане. Элементарно. Я уже забыл просто управление напрочь. Поэтому победа в кармане. Вот это в пятом резиденте не хватает. Сердцебиение? Дверей? Ну, дверей, да. Я в этот момент, ну, расслаблялся. Когда загрузил. Переводил. И туалетная вот бумага летит. Туалетная бумага, это потому что сейчас Андрюхе уже подгорает. В прошлый раз он нас тут раскидывал в этом отсеке к самолету, в ангар какой-то там. Почему-то самолет, кстати, небольшой. Что тут за грузы можно перевозить, кроме вот этого парня и нашей подружки? Так. Оружие. Все ясно. Какой кнопкой взаимодействовать? Фух. Получай, сразу мы его ящиком давим. Он в панике. Я тоже. Так, стоп, что дальше? Ну уже плохо. Да. Там три патрона достаточно. Я совершил ошибку. То, что я запустил ящик раньше времени. Он уже, видишь, плохо ходит. Да, всего три газовых выстрела. Три газовых выстрела. И он ему поплохел. Три газовых выстрела это было, когда ты зашел туда. Да, брат. Игра с открытым миром, которая представляет собой уникальное сочетание шутера от первого лица. Это 7 Days to Die. Вот запустить катапульту, это победа. Вот так вот легко, даже можно было не тратить зомби-песочницы, короче, с элементами RPG. Я, к сожалению, не знаком с игрой 7 Days to Die, но можно будет посмотреть, раз 60% скидка, почему нет. Что-то тут у нас можно подобрать? Нет, больше ничего. Название знакомое, где-то я читал за нее. На гамаке, походу, там что-то писали. What was wrong? Oh, nothing. Just a giant cockroach that had to be stepped on. What's happening? I don't know. The plane just changed direction on its own. It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control. My apologies, but I cannot let you escape now. Alfred, cross-dressing freak! Пошла. Так я не понял, а кто самолетом управляет? Автопилот, этот же, который смеялся, он же шел там. Врубил его, отправил их там. Вот она, нашли мы 7 Days to Die, это там, где можно строить, по-моему, дома. Ну, я, честно говоря, не очень. Ля-ля-ля-ля. Это немного не мой жанр, честно скажу. 260 гривен. Это,
Сейчас он ее лупит. Класс. Короче, 260 гривен она стоит вместо 900. То есть скидка действительно внушительная, но... Эх, блин, не успел. Проснулась. Эх. Плохо, что нет титр. Я уже это отмечал. Не хватает немножко субтитров. Нельзя включить. Hey, where are we? Huh? Latitude 82.17 degrees. Еще и, кстати, предложение недели Kingdom Come Deliverance. Сегодня чего 1000 гривен. That's дешевка. The Antarctic. We're over the Antarctic. Что по поводу Devil May Cry Collection? Не помню. Hey, those are the seaplanes that left the island right before us. Then that must mean this place belongs to Umbrella. Сохраниться? Или рискнем, мы не будем этого делать? Да нет, давайте, наверное, сохранимся. Крепкий самолет, только стекло треснуло. Ну, насчет Devil May Cry надо подумать. Это не категорично, нет, это надо заняться. Ну, я тебе просто сразу скажу, что там за 2-3 захода можно пройти. Да. Ну и первые это 100%. Я его там наизусть знаю. Тогда нужно об этом задуматься более серьезно. The Evil Within первый сейчас стоит 185 гривен. Вот это хорошая цена для игры. Он должен был стоить так изначально. Ну, я имею в виду, все игры так должны вот стоить. Вот так вот тут. Thanks. plane's trashed. Well, let's split up and find another way off this oversized freezer. Right. Okay, let's do it. Наконец-то передают нам управление. И мы куда-то в какую-то то ли базу, во что мы врезались, то ли в какой-то... Ну да, это, видимо, как этот... Umbrella корпорация на севере где-то. Закрытая там территория, туда попасть нельзя. Самолет, конечно, мощный, глянь, он залетел. Ну да, пробил там бетонную стену и... Стекла только потрескались. Алекс Зет пишет, шишки тут не катят. Да, тут без шишек все дело будет. Дальше. Итак, слушай, ну много дверей, много лестниц. Я немножко в растерянности, куда бежать. Что это за дверь? Ой-ой-ой, сюда можно зайти. А ты надеялся? Я надеялся на замок сломан. Да, да, замок сломан, сюда пройти. У вас там... Ой. А, кстати, я бегаю с гранатометом. Надо, знаешь, а то я сейчас занервничаю сильно. Надо что-нибудь другое просто в руки взять и начнем. Ой-ой-ой. Дверь. Так, дверь.
Еще в эту дверь можно зайти. Не люблю я так. У меня есть такая... Вот это присущно мне. Я выбираю ту дверь, через которую мы дальше двигаемся по сюжету, если через нее проходим. И так всегда. Слушай, Ленька, классно как. Да. Поставлено. А дальше от парня. Он вырвется, когда я соберу тут. Ну, все. Там у него приколы какие, видел? Чемодан какой-то. А да, это машина, которая вот здесь, вот, которая в темноте, ничего там не видно. Она а с зажигалка металлом. Твоя, шо? А зажигалки нет, у меня аж отмычка теперь вместо зажигалки. Так, что у нас? Трава есть. И еще одна трава. Тоже, наверное, только зеленая. Но пока не будем ее брать. Что на этом столе? Как-то темновато, может быть. Патроны. Ну потому что свет, походу, надо где-то врубить. Включить. А вот и лента тут лежит. Да. Ну, она ничего не видит, да? Не поднимает. Да? Поднимает. Патроны нам пригодятся. 15 в стволе. Точнее, 15 в обойме. Там нормальный пистолет. 15 в стволе. Патроны. Он еще здесь. Вот эти? Угу. Я сразу не заметил. Так, может быть, можно его выпустить все-таки. Нет, заперт он хорошо. А она, ну, цель наводит на него? Нет, нет. А-а-а. Там, видишь, что-то мигает. Ну, это ты когда... Вернусь сюда немного позже. Он все-таки расшатает эту решетку. Но локация мне нравится. Я напомню, мы первый раз играем в Resident Evil. Ну, точнее, играем мы не первый раз, но проходим его первый раз. Вот, допустим, до этого... момента ни я, ни Серега не доходили, правильно? Да, да, я вообще там в середине, там, в начале, наверное. До самолета я точно не доходил. Вот эта дверь заперта, наконец-то. Я могу со спокойной душой двигаться в обратном направлении. И написано, что это machine room, это машинное отделение, короче. Травы пишут тебе взять побольше. Алекс Зет, возьмите больше травы, окей. Тут светло. Да, тут нормально. Тут все окей. Вот эта дверь. И тут открыто. Когда закончатся открытые двери? И куда убежал наш напарник? Слушай, Ляня, опять тут темно. И она куда-то уже смотрит. Видишь? Сейчас начнем. Сейчас за ногу тебя. А, вот лежит. Не-не-не. Контрольно просто ему. Но он встанет, да, когда он... Это спальня. Ой, комнатушка. Какая-то. Слушай, ну вот тут... Вот карта на стенке. А что-то она не может ее никак. Ну тут потому что тип... Лежит, да. Ногами перекрыл. Слушай, ну тут сейчас начнется, я уже понял. Да, сейчас ты только возьмешь какой-нибудь интересный предмет. И это у нас... Стрелы. Стрелы, которые мы не можем нанести. И там, походу, в кладовке, там, где зомби сидел, там тоже стрелы были. Еще тут медикаменты. Надо спрей на спрей ложить. Ну что ты делаешь? Как в третьей, да? Че? Ну, нету вот этой колбы. Ну. Так. Слушай, ну тут нормально в шкафчиках. Движушка. Парень. Тебе надо найти ящик свой. Ты слышите, как я на кнопку давлю интенсивно? Уже надо выбираться. Ага, это, короче, спальня рабочих. Тут они отдыхали все. Они до сих пор отдыхают. Остается вниз только по лестнице двигаться. Но в стенке, видишь, тип замурованный. Да, на него она не целится. Монстр-убийца или что? Вот эти вот... Ой, ой, куда она смотрит? Это чужие. Похоже на какое-то гнездо. И оно достаточно большое. Не думаю, что это гнездо можно передвинуть. Да не надо ничего двигать.
Лучше быстренько уходить оттуда. Ну тут мне кажется... Ой. Стекло кто-то вон. Я не хочу даже шевелиться, и тут нет света. И тут есть ящик, глянь. Ну, тут это safe room, значит, нападать не будут, скорее всего. А что за шум такой нездоровый? Если нападать они не будут. Ну, иди посмотри, может, там просто... Так, оставлю аптеку. Гранатомет весь выложу. Зачем сейчас тебе? Там мало ли, что там будет дальше. Сам же ж видел, сколько стрел надо собрать. Нехороший вот звук. Тоже. Да вижу стрелы на столе и лента это на машинке. Справа шкаф, может тоже. Ага, видишь, отмычка надо. Она не может увидеть этот, потому что нет света. Тут надо как-то будет свет еще зажечь. 100%. Лампа вот эта не горит на столе. Сейчас узнаем. Да нет. Нифига. Блин, ну давай к ящику подойди же. Стрел у меня там. Нормально. Хороший запас, да. Можно, кстати, взять стрелы. Хотя нет. Кстати, лучше видишь... потом их смастерить в нормально. Да. Пока буду пользоваться пистолетом. А, это двигается, этот шкаф, да? Попробую его просто толкать. Да, только 2 секунды, давай уже комнату до конца, да больше тут ничего нет. Что-то опа. Еще нашел. Трава, трава лишней не бывает. Ага, ты понял? Это ты с обратной... А, нет. Крыса. Вот и все, вот что пугало тут нас. И что у нас там? Мы находим письмо батлера какого-то. Джеральда, наверное. Опять какая-то любовная записка. Скотт Харман, батлер Ашерт Фэмили. Письмо это хорошо. О, вот здесь переключатель. Но переключатель лучше. Похоже, что этот переключатель отвечает за управление электричеством. Но ничего не происходит. После того, как мы нажимаем, это плохо. Я уже понадеялся, что сейчас мы включим свет. Блин, чего делать, Серега? Ваши? Ну там же ж не все эти двери открыл. Полазь. Выходим отсюда. Наверное, нужно будет вернуться еще раз в эту усыпальню. Не-а. Собрать там просто вот это барахлишко. Тут еще одна дверь направо. Нет, она не рабочая. Это не дверь, это какая-то... Мне кажется, или зажигалку она должна найти. Ну, видишь, что это паутина. У тебя нету, да? Нету, нету. Есть только отмычка. А где же друг этот? Да, куда делся он тоже. Тот же самый вопрос только что хотел задать. А наверх там, по-моему, еще возможность была подняться. Сейчас посмотрим. Она когда поворачивает головы на... вот этих лежащих парней, у меня сразу паника. Ну что? Сразу он и кувыркнулся. Патроны. Странно, почему в прошлый раз я их не забрал. А он у него еще один лежат, видишь? А я вижу. Да. Ожили.
классный у меня пистолет. Ну давайте, заходите по одному. Голова это сделала, видишь? Или это указка? Это кепка, наверное. Ну, кто там? Я готов. Да, все, каска. Все лежат. Куда она смотрит, видишь, вниз? Только бесполезные книги. Чё ж ты на них голову тогда повернула? Да, и там на этого зомби. Да, это карта, ты был прав. Юготен Антарктик Транспорт. Ага, это антарктическая транспортная база, оказывается. Ну, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Она из себя представляет много этажей и много запертых комнат. Ну, нормально, с этими парнями расправились. Теперь я вот сюда могу еще пройти. Ага, пройти сюда. Здесь тупик. Все, выбираемся. Ну, такой размен получился. Немного я подобрал патронов. Не, ну тут еще стрелы. Главное, они стрелы. Мочат наконечники вот эти вот самые мощные. В эту дверь я заходил? Я сверху припёр, я просто не помню. Ага, в этой комнате. Ну вот одна закрытая была. Давай еще раз зайдем. Она там ничего не поменялась, то комната, видимо, там нужно будет включить электричество. Я думал, что сейчас спущусь ниже и найду какой-то ключ. Но ключ пока не нашел. И выключатель вот тот, который был возле записки, он тоже. Наверное, ключ должен быть machine room. Прыгнуть вниз она не может. Перепрыгнуть тоже. Тут какой-то взорванный мост. И снова мы вернулись к этому. Попробуй дернуть за ручку. Ну? Я подошел, она не, да, не взаимодействует. Тут было написано... Так, вот ленту можно еще забрать. Да зачем? Она место занимает. Это два слота пустые. Больше ж вроде как ничего нет. Ну вот красным загорелось, да, или оно было? Да было. Ну попробуй нажать. Можно еще траву поднять. Вот, чтоб уже закрыть этот вопрос. Нифига. Metal shop machine with a diamond cutting edge. I can use this to process metal materials easily. Она может, короче, резать тут материал. Тут, скорее всего, нужно будет для этой комнаты ключ сейчас вырезать. Сделать, да. Это такая копировальная машина, как была вот тут вначале. Ну, то был 3D принтер типа, а это написано, что она может легко резать металл. Эта машина. Только где нам добыть металла? У меня ж нет ничего такого. Остается лезть туда к самолету, а там, наверное, мы не туда повернули все-таки. Да блин, давай уже. Здесь у нас торчит самолет из стены и... Энергия. Тю. Лифт, да, там будет. Самолет более не может быть использован. Нет смысла идти назад. Да я понимаю, может кусок металла от него отломай. Нам ключ надо сделать срочно. Вот что-то я застрял, Серега. Ваши идеи быстрее, любые предложения внизу. Мы были там. Тут метр на метр помещения, я запутался, что делать. Но в этом и прикол. Единственное, что я, конечно, не люблю затягивать, хочется побыстрее двигаться вперед. Вроде бы все изучил, и двигайся. Может, все-таки взаимодействовать с вот этими типами? Да сейчас посмотрим. Наверное, вот тут вот надо как-то...
Я думаю, это нельзя отодвинуть. О, блин, вот я поворот прозевал. Щет, сердце, остановись. В смысле, снова бейся. Ты звук ты бы слышишь? Прицельную стрельбу к тому же вел. Да я веду, все нормально. Все. Вот это Андрюха перенервничал с двух выстрелов. Короче, там крылышки-то пообсыпались. Вот так вот. Ты видел бабочка, что делает? Да сейчас я видел. Там на потолке тоже висит. Там будешь. С этим парнем. Это не твой друг. Ди Каприо. Да, 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 да. Так, это planter container, это блюхер. Короче, I don't need to use this now. Чего? Это содержит... в горшках да. растет. Это ты так. можешь подойти, если... ну и перекусить, да, короче. Да, да. Уже, ну сюда тогда перекурить. Остается. Так, не умирай. Ты нам еще нужен, окей. Договорились. Ага, а мы спустились вниз к этим ребятам. Помнишь, я говорил, я люблю воевать, ты там чуть заспидранил в этом. А я люблю, чтоб у меня все должны лежать. Я поэтому и не любил четвертый, что если их не сожжешь, они там бегают. Потом понял? Ну не то, что не любил, но у меня это, знаешь, я люблю, ты убил, все, он спит, короче. Потому что, когда они помирают, потом, ну, я спокоен. У меня паника проходит, что все, они готовы, и значит... Не, ну в этой части ж ты помнишь... Что они распаунятся, да, ты да, имеешь да. в виду. Да, есть такое. Но вот пока, вот слышишь, нету шорханья, нету убегает, этого видел? Звука. Видел, видел. Сейчас попробуем как-то. Где-то в вентиляции. Ну а тут нет такого же, да, что она стреляет. Ну и да. Там... Наверное... Ну, запомним. Это дверь. Ой. А это оно типа показало. Да. Ты понял, когда я подошел? Слушай, ну это дверь в другую комнату, по всей видимости, она открыта. Давайте тут в помещении сначала тогда все изучим, потом двинем дальше. Еще одна дверь. Куча трупаков, тут какой-то рычаг. И на стенке видел там тумблер. Ага, не могу взаимодействовать. Да, сейчас, there's not, записка. Anti-BOW gas handle escape. Какой-то газ, короче. Осторожно с ним надо быть. Слушайте, ну главное, чтобы этот газ реально меня не грохнул. Ну давайте нажмем. Нету электричества. Какая-то база. Без электричества совсем, а не ее. Так, отсюда я, по-моему, пошел. Нет, не отсюда. Это я уже заблудился немного. Давайте выходим. BOW. Biological Weapon. Огурец. Потому что я... Ой, ты слышал этот звук? Liz, if gas leak occurs. Это газовая маска, короче. Я хочу взять ее. Это стекло что-то. А, газовая маска станет доступна, если газ. О, блин, блин, я... Где-то лазит что-то. О боже, телефон, ты... Да, да, да. Вот он. Это... Пауки? У Андрюхи паника. Давайте, закончились у меня все патроны. Да сдохни ты уже сегодня. Все. Фух, так нет патронов. Ты представляешь? Нет, не все. Это да. Слушай, не видно ничего. А он внизу под, да. под решеткой. Ты видел. Они настаивают просто, чтобы я арбалет с собой носил. Он каким-то газом еще и... Сюда надо, чтобы приехал вот этот газ. This seems to be a part of the store, sorter. Это часть этого сортировщика. Ага, ну тут сломано еще. К тому же. Слушайте, ну пока не ясно. Не ясно. А, вот сюда еще можно двигать. Да тут... О, какая-то записка.
Блин, зажигалку она зря выменила на отмычку. Тут зажигалка просто как воздух необходима. Давай подумай. Что пишет Take the barcode стикер? Какой-то стикер. А, мы его наклеим, получается, скорее всего. Когда дадут свет на вот эту коробку, чтобы она сюда приехала. Наверное, таким. Так задумаются. Какая-то капсула. И в ней какие-то находятся создания. Все поломано. Я просто... Тут патроны на ящике, наверное. Не вижу просто ничего нормально. А патроны некуда ложить. Траву смешай. Траву, наверное, лучше даже схавать одну. Слишком много травы. Давайте ее есть. Хотя можно было смешать, я что-то Серегу не послушал, да? Надо было настоять просто, Серега. Ну как на тебе, в плечо стукнуть? Нет, давай, да. А, там еще патроны, глянь-ка, там целый склад. Все. Есть там еще больше металла? Нормально. Так, выбираемся отсюда. Когда включим газ, нам нужна будет газовая маска. Надо в другую дверь напротив теперь. Там мигает, то скорее всего ключ от комнаты. Ну, там... О, это оружейная. Там что-то как бумажка какая-то. Еще я нож где-то оставил, ты помнишь? Ошибку, которую я совершил. Ну, я его оставил в сундуке, я имею в виду, в ящике, и он больше в других ящиках не появлялся. А, ну это ты его оставил там, где вот выложите все металлические предметы. То есть я настолько совершил глупую ошибку, да, получается? Ну, да. Темно тут слишком. О-о-о. Майнинг румки, комната от, ой, ключ от копательной комнаты. Не-не-не. Да я, блин, с перепуга, ты ж знаешь, это я. Так, ладно, потом чуть сэкономим. Ладно, я понял, лучше потратим. Он, блин, еще встает. Не вижу ничегошеньки. Ага, здесь какие-то ракеты. Интересно, для чего они планируют их использовать. А это что там на полу? Трупа какой-то? И ключ. У него ключ. И тут... Здесь какая-то взрывчатка, но детонатор C4. Отсутствует. Вот это, наверное, он и есть. Сейчас вот этот парень мне начнет откусывать ноги. Что у меня? У меня ноль патронов. Это что такое вообще? Хотя бы начнем с того. Вы больше не можете детонатор. Нести предметы. Это тут просто ракеты рядом. Мне кажется, если я сейчас взорву детонатор, то, короче, гейм-овер нам обеспечен. Ну что делать? Мешать травы уже места нет. Давайте еще раз лечиться. Пусть будет ей хорошо. Поднимаем эту штуку. Так. Да, это детонатор, ты прав. Там было написано или не было? Я... Да вроде нет. Все. Взрывчатка чувствительна к жаре. Написано. И как нам устроить тут жару? Вот эти вот баллоны нельзя поджечь. Я в растерянности. Что делать? Как двигаться дальше? В этой комнате мы вроде... А, вот еще какая-то зеленая там мигающая дверь. Еще туда забежать.
Не та стена. Ага, здесь я понял, обрушенный переход. Вот здесь я еще по ступенькам не поднимался, правильно? Или я отсюда пришел? А если зайти между вот этими колоннами? Если между колоннами, там это... О, use mining room key, да. Использовать этот ключ, отлично. Этот ключ больше не нужен. Это в шахту мы в какую-то, майнинг, это же копальня. Копальня. И что они тут выкопали, блин? Залазь, залазь. Да, вот думал, может, там еще баллон можно на сумму взять. Ага. Слишком тихо. Дальше там ничего, никаких поворотов нет. И куда я при... Ага. Какая-то записка. Что такое октагон? Poison gas in case of emergency. Of. Ага, если, короче, в случае... Запечатать в случае поступления ядовитого газа. И это все? Как-то... Сейчас я чувствую, тут будут все, короче, отравлены походу. Оттуда я пришел, эту дверь или там? Ну да, вот это не работает, да? С этим взаимодействовать никак. Или не отсюда? Там вроде одинарная дверь была. Ну я же говорю, тут бесконечные какие-то лабиринты. Еще одна комнатушка. Ой, блин, опять начинается! Я реально... Откуда она там? Она выбежала с другой стороны. Вот отсюда. Фух. Хорошо, что были патроны. Там еще, по-моему, что-то лежит. Это еще патроны. Надо поменять оружие. Что это такое? Ага, вот она, главная кнопка. Мы нашли этот рубильник. Да будет свет. Мы давно сохранялись. Ну как турбина. Как приземлился. Я надеюсь, газ они там сейчас не пустят. Куда-то повернула она голову, видел? На полу там лежит что-то. Она назад не может. Вон трава. Видишь? Здесь. Вот так. Ага. И собачка бежит. Перепугала меня немного собака. Звезды светят твой путь странно. Ага, вот тут еще травы, я не две. Короче, целая плантация найдена. Будем иметь в виду, что тут за углом осталась травка. А вот тут еще она куда-то головой смотрит, вот полукрутит опять, а это она на песика. Или нет? Видишь, куда-то вот. Да, это на собаку. Ладно, все, выбираемся. Тут есть еще и второй этаж. Вот это... Не взаимодействие, ни сейф, ни табличка. Выходим, раз турбина запустилась, нам, наверное, нужно нажать где-нибудь рубильник.
тут вообще тишина опять. Наверху у нас были какие-то кнопки или нет? Здесь. В двух помещениях, по-моему, были кнопки. А, ну один этот. А, тут газовая эта байда. Все, давай вниз. Я надеюсь, тайминга нет, чтобы... Ну, нажать эти кнопки, пока там турбина вращается. Да не, какой тайминг. Это ж вот тебе не Шенмю. Шенмю. Кстати, что ты будешь стримить его потом? Ну, первый. Да, две. Обязательно. Ну, я думаю, я даже скажу тебе, что не именно то. Не я один буду стримить. Да. Еще, наверное, Серега будет со мной. Да ты шо? Ну да, как по-другому. Итак, тут у нас опять не работает ничего, надо бежать, выходить. И где там у нас еще была где-то кнопка там? Ну, аппарат, может, тут этот заработал. По металлу? Ну да. Который легко... О, да. Бабочка, он тебе сейчас это... Сейчас она сделает меня своей подругой. Да, да, да. Да ну что? Да ну как ты? Да что японский? Я не могу понять, как они атакуют. А они не видно просто. Они ну, распыляют что-то на тебя. Не сейчас ты нанюхаешься и будешь мутировать. Травы я там... О, я отравлен. Да. Вообще песня, и что мне делать? А вот тот кувшин, помнишь где? Какой кувшин? Ну, горшок с растениями, помнишь, там был? Да, он ну, там вот и был, где они летают. Ну, вот, к нему надо да. бежать. То есть, если я отравлен, я помру? Вообще, я... Наверное. Я в истерике. Ну, загасишь сейчас этих бабочек, и горшок этот тебе поможет. Блин. По-моему, в тебя что-то отложили, он там на спине у тебя висит, видишь? Яйцо. Тут не надо было, наверное, бегать. А ну-ка. Ну да. Вы использовали белую траву, и мне полегчало, я понял. Так, это работает. Скорее всего, ее там немного можно. Раза 3-4. Так что бди. Ну яйцо у тебя на спине висит. Видишь? Хрень. Блин, они заколебали. Надо бежать отсюда. Да вижу, а что делать? Может ее там друг отцепит ей? Она глупая, не понимает, что на спине там яйцо висит. Ты знаешь, как в школе обняли бумажку, наклеили. Клэра такая же движуха. Я в шоке, серьезно, с этим яйцом. Так, куда бежать? Где там карта? Может как-то кувырок сделать, чтобы... Кувырок, да. Ну я ж травы там наелся, так что она не должна как бы помереть. Наверное, уже яйцо это просто не действует, когда ты... Он там зачухала спину. Все, в тебе уже. Глянь, она его типа сорвала, но... Ты прикинь. А раньше она не могла это сделать, когда я... Травы зато не похавал. Теперь по новой. Ну, я надеюсь, она не помрет раньше времени. Ну, видишь, не... хотел сказать, не бьет. Да опять эта кнопка не работает. Блин, где-то я упустил. Что-то. Да с этой отравой, как они вообще? Ягу я не люблю тоже. Отравили девочку. И непонятно, сколько я могу бегать в таком состоянии, правильно?
Ну, по идее, недолго. Да я тоже так. Лучше бежать поесть, да, травы. Так, а там они опять отложат мне на спину личинку. Свою. Кошмар. И где там можно поесть травы, чтобы полегчало внизу? Ну, откуда ты пришел? Да я не запоминаю внизу, походу. Я еще пока что в этой локации не ориентируюсь нормально. Да тут уже не ориентируйся, потому что время. Все может быть. Увидел? Опа! Личинка летит. Да, да, да. Сейчас тебе. Ну, пока ты убитал. Да ты представь. Вот, сейчас, все. Еще одну там, еще две. Да, у тебя сейчас будет там это, спина как у горбуна. Глянь, она там. Три. Да ты шо, все повесили, умницы. Можешь от этого ящика не отходить. Она в них попадает. Травоядная. Оп, есть, один готов. Она в них не попадает нифига. Попадает, ты услышал? А там? Чё я отравленный? А потому что. Я использовал. Тена теряю. Это получается сейчас. Там летает еще какая-то радость. Это получается, что сейчас они вылупятся и все. Ну. Упала, все. Это мне нужно, наверное, схавать, потому что если они вылупятся, я помру. Они вылупятся, и надо захавать эту траву, получается. А тут еще где-то кнопку надо нажать, блин, чтобы стало всем прекрасно. Это комната с охранки. В ней, кроме выключателя, с охранки. Да, я вот только думаю, вон она как выходит в другую комнату, ей фигово становится. Так это она одну отлепила, а их три. Это ей труба получается будет. Нет. Да, ты что? Да, ты что? Вот это прикол. Это нереальный прикол. Ну тут, наверное, и трава по дну. Я надеюсь, она не это сама. Нет, видишь? Ну я вылечился сейчас, но на спине у меня висит эта какаха. Угу. Это беспределище. Где давить кнопку, я понять не могу. Комната выше. Генератор мы активировали. Выключатель я нажимал в шкафчике, он же не сработал. Все, опять. Опять отравлен. Такого я не ожидал, я тебе честно скажу. Вот этот рубильник. Тут вот, скорее всего, нужно наклейку эту приклеить к этому ящику. Угу. Ну все, дергай. Да я дергаю тут. Не дергается? Нет, нет электричества. А вот здесь, подожди, между этим рубильником и, может, на рельсу эту можно залезть. Как он туда попасть? Это оружейная тоже была посещена. Ну тут. Когда, а, тут у нас надо поджигать. Зажигать тут нужно. А вот это двигается? Ерунда, если ее толкать. Нет? Нет.
Да нет. Как тут написано, нужен жар? Как использовать? Как вот тут разогреть? С выстрелом. Так. Я думаю, выстрелом тут труба будет мне. Там вот. И патронов нет. Ты жар. А вот это что это за желтые баки стоят? Да не, не. Просто... Да я к ним подходил, ничего полезного. Mm-hmm. Говорит, ну похоже как на... Типа, все, нет патронов, да? Похоже, да, патронов нет. А бабочки есть эти. Подожди, а ну вернись назад. Канистра? Вверх, поднимись еще по карте вверх. Вентиляция, дальше направо. Вот сюда. Направо. Где-то. Направо. Да, еще. Я понял, ты говоришь. Вот здесь залезай. Не, она сюда не может. Там что-то она подобрала и все. Там была такая штука, что мне надо вернуть электричество и по ленте по этой запустить. Ой-ой-ой, ей уже вообще плохо. Это ж отрава. А, чем. Короче, чем дольше ты с ней ходишь, тем она жизни. Это ж poison, я отравлен. Mm-hmm. Отравлен, и я боюсь, что где-то тут были собаки. Собаки были на втором этаже, там можно захавать эту траву. Блин, где были собаки? Собаки были по лестнице и налево. Но успею я добежать или нет? Если, конечно, вылупится эта гадость. Так нету уже. Нету на спине? Не, это последняя вылупилась, и все. Давай. Ты продержишься. I don't care. Там вот ну, так там I don't sleep написала нам Анюта. Вот здесь где-то они были. Это синяя? Да, необычно. Да, зелёная. Это тебе там еще одна была. Две нужно. Ты ну, попробую одну. Ну, мне кажется, это так. До жопы. Только добежать до места. Сейва. Да. Так, ну тут генератор этот мы включили. Что-то еще я могу тут нажать. Вот что? Что делать дальше? Кнопка. А, я застрял. Невидимые ну, стены. Ну, налево до упора. Теперь наверх. Да, я понял. Понял. Долго я понял. Ой, лянь, ей сразу опять поплохело. Да? Трава это ни о чем. А я всю уже траву захавал. Нормально. Одна осталась у тебя. Ну, я имею в виду, было столько травы. Я же ее, ну, типа, да, для да. места, чтобы освободить. Это был беспредел с моей стороны. Да давай ты. Да у нее сил уже не ноги поднимать. Конечно, с бабочками. Как от них там уклоняться? Там метр на метр помещение. О, ты видел? Да видел. Готовь спину. Готовь спину. И кто-то ходит уже? Не, это летает бабочка. Давай быстрее, шух. Да давай вот сюда, в дверь там. Я там, по-моему, аптеку ложил в ящик. Где ты? Ни патронов. Вон, у тебя есть этот, трава еще одна. Да, сейчас у меня нету правильного управления. Так, травушка. Наверное, я возьму с собой арбалет, потому что... Ну да. И вот эти патроны, потому что... Ну, на этих бабочек там как бы смысла нету выпускать патроны. Все. Их надо оббегать, это я да. понял. Просто надо...
потренироваться это делать. Надо засейвиться. Без личинок этих. Почему до сих пор мы электричество не включили? Вот в чем вопрос. Еще раз попробую эту кнопку. Нифига. Вон там, да, там звук такой у нас тут смешной, там именно вентилятор на системном блоке занервничал там от переключателя. А это системный, да? Ну да, я не знаю, что с ним там происходит. Я думал, это телефон мой. Не могу сообразить, короче, где какую кнопку нажимать. Вот здесь никаких у ребят кнопок не было, там они спят все. В этом помещении, ну, карта, это мы выходим там, где одна запертая балкон, дверь, одна, да, с этим. И верхняя — это самолет, может быть, там открылась дверь, вот единственную, которую мы не проверяли, это вот из-за самолета. Тогда нужно пробежать, получается, не к собакам туда, но мимо бабочек. Только, ну, там была оружейная, там была еще та вот газовая комната какая-то. Вот в... Ну давай, ладно, сюда зайдем на всякий случай, потому что вдруг здесь упустил я какой-то момент. Карта, перевернутые кровати. Вот эти полки обсмотри, может. А бесполезные книги написаны. Так поначалу все так бодренько начиналось. Я имею в виду столько патронов, столько всего. И на тебе тут, Брюха, там при смерти. Под два патрона там. Спускаемся вниз. Единственное, что можно сделать, это профессионально пробежать мимо бабочек, выскочить вот там вот в комнату, где две двери, и там еще попробовать в те двери, где оружейка, там и еще что-то. Так вот тут налево. Да ну как она меня догнала? Ну что это за беспредел? Это все, трупак. Ну да. А, блин, там можно... Так, даже если я захавал... Ну, ты сейв сделал. Нет, знаешь, как мы сделаем? Сейчас я выйду, она должна... Что? Ей поплохеть должно. И я вернусь сразу захаваю и выйду через дверь. Тебе поплохело. Да поплохело ей уже напрочь. Сейчас тут же сразу с грядки поесть немного. Ух и бабочки. Там еще, правда, лежит в ящике одна лечилка. Приберег. Так и удашь. Но не сейчас. Все. Это когда только мы найдем отсюда выход, получается. Я был уверен, что когда мы турбину запустили, в этой комнате нужно будет нажать кнопку, чтобы задействовать этот рычаг. А получается, нет. Не так это работает схема. Тут еще паук этот. Так... А, он один же остался. Да, внизу. Ну, но под... он уже... Да, он кидает этим ядом своим. И может, походу... А налево вот сюда. Да, вот сюда же я и бегу. Может, с этой паутиной что-то надо. Что-то нашел. Ну, трава лишняя. Ну, да. Там еще один горшок, по-моему, стоит. Паутина, она никак не... Опа. Культивационная капсула. А, здесь какая-то одна капсула. Она посмотреть решила. В общем, в этой комнате тоже никаких полезных
предметов. Не, ну кроме, конечно, пары. А это синяя трава или что? Да не, зеленая обычная, green. Green herb. Кто записывал звук для ее каблуков? Да это сидел по кастрюле, да, ложкой, да, стучал. 100%. Остается оружейка. В оружейке ничего не было. А, подожди, у меня... Нет, у меня ж ключа никакого нет. Да что я... Никакого ключа нет и не будет. Вот тут вот. Машина Peugeot 206. Продаю. Да, да, продаю. Как нагреть в этой комнате C4? О. Как так получилось? Нифига себе. Калашик нести я не могу, оказывается. А, два слота занимают, да? Угу. Но калаш это хорошо. Только против бабочек все равно он бесполезен. Я так вам скажу. Не, ну если они постоянно возрождаются. Отойдем по максимуму. А я уже влево так уже один шаг, второй сделал. Да нет, ну до упора. Один и тот же ящик. Видишь? А. То есть ящик. Не, ну все равно хоть что-то нашел. Да, калаш только пригодится. Соедини траву. Одну. Может что-то, ну, как-то вперед не толкает оно, нет. Боеголовка он какая-то. А тип вот этот лежит, постоянно тут лежит он. А это ж возле него был этот C4 детонатор. Реально. Или задвинуть его в этот... Подожди, вот попробую подтолкнуть. Это синяя, видишь? Надо смешивать. Все, теперь у тебя будет автомат. Теперь у тебя будет автомат. Да, синяя. А ну, вправо толкай вот эту коробку. Дрюх. Сейчас, 5 секунд. Heat sensitive. Да, на нагревание. Вот этими ракетами, как бы, вот сюда, да. Нет? Да сейчас, подожди, видишь, она чуть мимо прошла. Нет. Блин, да что ж такое? Теперь у тебя орет будет автомат. Ура. О, 100%. Ну теперь у меня будут не то. А ну не только, у меня еще и автомат будет. Нифига. Ой, у меня еще и 100% патронов там. Да больше ничего в тех ящиках нет. Француз. Тут одна ракета, видишь, вытащена получается. Ну да, да. Там пульт он какой-то, видишь. Она одно и то же говорит при взаимодействии с этим пультом. Француз. Ну так, не для наших дорог. Это машина хорошая, но она сделана для Европы. Там, ну как, у нее самый большой недостаток, это спортивная подвеска, жесткая. Как бы у нас дороги ушатаны, и за счет этой подвески спортивной она быстрее разбивается. Я уже видел, выстрелил и стрелой со взрывчаткой и безрезультатно. Упускаем какую-то мелочь и
Из-за этого. Вот сюда нужно, чтобы что-то приехало, видишь? Может, это газ или, ну, какую-то фигню сюда. Вот это вот, что тут развалено вообще все? Почему она говорит, тут ничего полезного? Я бы уже тут пожарище устроил, это бы взрывчатка и ракеты, эти бы все бы уже взлетело на воздух. Вот лежит канистра на полу, и написано, что она... Ну, может, она пустая. Бесполезная. Так как берем канистру, туда к турбине, там сцеживаем, короче, с бабочек тоже выдавливаем сок. Там, тут можно такого, тут сейчас бы уже все горело, если бы Андрюху туда запустили. Там паутины, сколько он спалить ну, можно, да? Паутина, там порох в патронов, 100% патронов. Понимаешь, может быть... Она... Да не-не-не, это ты зря такого, патроны. Такого, да? Не может быть? Да не, ну оно вообще там наверху где-то. В этой, короче, вентиляции. Вот что-то. Как, может, как-то залезть туда можно, я не пойму. А вот тут нельзя залезть? Да. Да вот сейчас попробую. Не, не нет. Не работает. Если не работает, осталось... А продаю, потому что... Осталось заколебался я ее ремонтировать, блин, потому что пока дороги были нормальные, она еще ездила. А в этом году... Ну, последние два года вообще у нас дороги не ремонтируют. Под, ну, ходовка сама ушатывается моментально. А цены пипец просто. Не, надо биться до конца, даже если кончилась трава. Окей. Окей, Алекс. Так и делаем. Без травы сражаемся. Что ж остается? Нет травы. Вот это вот единственное, что я не подходил. Ну ты это видишь, как туда что-то вставить надо, да? Да ну да. Ну а нет. Ну у тебя нифига такого нет. Какую-то мелочь, короче, мы упускаем. И из-за этого получается вот такая вот. Вот тут под вот это что это? Нифига. Это бурильная, видишь, машина какая-то. Это она буром сюда повернута. Он кабина. Mm-hmm. То есть, но к ней. А за вот эти за решетки она не зайдет, нет, да? Это ж я уже в самом начале попробовал туда завернуть. Ничего. Это видишь, как наверх поломанная или лестница вот лежит. Я понял. А вот двери, ну, в которые ты зашел. Тут пес за этими. Что у пса? Ну тут есть два было пса, и даже три. Я их положил. И тут работает единственная комната, где зашевелилась турбина. Может быть тут есть какая-то наверх лестница, а я ее не увидел. Здесь была трава. Вот что ты закрутил-то. Вентиль. Проверяю уже все. Нет. Нет, тут, наверное, лестница в этой комнате. Видишь, если там... Вот тут вот, я думал, как-то наверх. Видишь такой? Или это да не, это просто, да, проход, да. Тут трава, он как-то пропустил. Тут. А, не видно, нифигища. Тоже соединить можно. Давай, я мечу. Это сразу она лечит от да, яда. И яд, и здоровье. Отлично. И вниз так же пройти, посмотри. Тут еще нычка есть одна. Вот здесь, видишь, как второй этаж вот этот? Ну да, только... Как бы как не с этой комнаты попадаешь ты туда. Вот такие вторые этажи. Это ж там, где в другой комнате, там где что-то лежит. Как ключ или что-то там. Так, еще раз. Откуда я вышел? На карте. Вторые этажи уходят в небо. Виражи. Нет, там виражи уходят в небо этажи вообще так. Может быть здесь где-то тут можно запрыгнуть, там типа вот тут вот прыжок совершить. Веры. Брежневой, блин. Веры Брежневой прыжок, ребята, мы совершаем просто с этим. А вот этот,
Ну, все тут. Вентиль. Ну, там тоже какая-то кабинка была. Это такой круг почета мы совершаем. Будем уже заканчивать, потому что выход не виден. Это выход. Я еще в оружии. Решетка вот эта вот, ты возле нее постоянно пробегаешь. Может, там что-то лежит в одной из решеток. Вот он. Клетки? Глянет. Ну да, да, да. Да нет. Что там? Вот видишь. О, простой замок. Ё-моё. Ну и тут нас патронами не побаловали. На дробовик. И больше всё. Ничего не осталось. Слушай, ну, главное, что мы нашли... А ну, назад, 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 вниз, сюда, 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 сюда. И вниз. Ага, тут, вот тут поклацай, нифига, да? Нет, тут никаких. Ну, патроны нашли, слушай, не все так прям. Только дробовика у нас как-то не наблюдается. Ну да, я думал, еще в начале игры, что мы его возьмем. Как наверх попасть? Может, она где-то там со второго этажа спрыгнуть может? Как попасть на второй этаж? Так, тут мы были в оружейке в этой уже 50 раз. Там тоже видел какой-то силуэт на стене, какой-то или как распределительная там коробка, трансформатор. Что оно такое? Может, все-таки выстрелить нужно? Или... Андрюха. Нет? Такого быть не может, ты думаешь? Ну как выстрелить? Ты... Оно где-то наверху даже вот показано. Ну не знаю, может оно ж так показало, может оно там чик и сработает. Я уже просто... Чик? Я уже просто не знаю, что делать. Вот он, выход. Возвращаемся к бабочкам. Я знаю, что делать. А то бабочки уже стучают. Личинку отложить. Ну, привет, родные. Как вы тут без меня? Может, вот у этого жмурика, который нам подвешенный там. Подвешенный. Да с ним же уже сколько было взаимодействия. Единственное, что я хочу еще проверить, это дверь, когда она разлом... Ну, на втором... На втором этаже, вот здесь. Ты же говоришь, может, как-то сверху спрыгнуть. Вот из там, этой где... комнаты. Ты имеешь в виду, там где вот этот пол обрушенный? Угу. Ну, попробуй. Ну вот, получается, смотри. Видишь вот эта платформа под тобой сейчас? Да, да. Ну, я... вот слева вот этот... как... Ну, там, где мигал. Короче, вентиляционный этаж. Вот тут здесь направо, сразу направо. Чуть ближе к мостику подойди. Нифига? Нет, не хочет она никак тут прыгать. Не видишь, ничего не говорит. И... С той стороны там забор. Она, короче, перила. Через перила она никак не хочет. И возвращаемся опять к этому парню, к нашему первому. Может, его как-то все-таки можно вынуть. А вот от него, вот если налево, видишь, рубильники какие-то. Ага. Это какой-то банкомат. Не взаимодействует. Ничего она не хочет. Банкомат. А рубильник красный. Уже нифига. Почему она, да, хоть бы сказала, я хочу нажать рубильник там, типа. Какие-то файлы на столах. Табуретки. Хватай табуретку. Это стена. Блин, он... Я хочу выпустить этого парня уже. Ну, в общем, Андрюха, что? Знаешь, перевод Ника Рейджела.
Не, Реджил это какой-то из игры персонаж, я думаю. Так, все мы исследовали. На этом мы закончим этот эпизод. Что показывает нам карта? Так, ну мы засейвились. Ничего. Сколько, блин? Давайте вернемся еще раз, засейвимся. Ленты у нас там хватает. Ну да, предметов ты собрал нормально там. Чтоб уже повторно не собирать это барахлишко. Главное пробежать тут. Я ловкий, умелый. Быстрее. Ага, быстрей, быстрей. Личинка с Джунгли тобой меня сейвиться будет. зовут. Зовут, зовут. Джунгли меня зовут. А я ловкий и смелый, потому что ты ловкий, умелый. Если ты смелый, ловкий, умелый. Джунгли тебя зовут, давай. Да ну что ты там танцы начались, блин. А, блин, я мог использовать Так вот а это. зачем ты сразу использовал? А потому что если бы ее сейчас личинка вылу... А, это просто ад. Я же говорю, зачем ты сразу? Вот Ну так все, оно... жди теперь горшка. Не, ну выйди, выйди. Жди, пока оно вылупится. Да он Ты там... дождался вторую. Много предметов собрали. Это Выйди, просто, я выйди, не знаю, выйди, кто выйди. придумал эту фигню. Вот этот со спиной три яйца и еще засаживать. Зачем это надо было? Какой-то беспредел. Это придумывали уже без смеками. Видимо, он там не принимал участия. Это как и Зеро. Там... Вот. О, все, быстрее давай, иди. Синюю Она давай. реально, как она может вообще не заоценить, что у нее на спине там кизяк этот висит? Это ж насколько надо быть тупым секретным агентом и человеком вообще Так просто. оно не секретный ген. Да, в этой части она не Так секретная. оно ни в какой части не секретный. А тут же ж она стала типа уже секретной. Ну и труба, короче. Ляня, она там с бабочкой справиться не может. Ее съедают Да, но ты бабочки. сразу ее скинул как-то. Да, ну это какая-то фантастика. А, мне не надо ее сейчас использовать? Это как так получилось? То есть... А это получилось, ты ее сразу сбросил, что ты наклацал. Комбинация из трех кнопок. Да, киллер-код. Ну, сейчас я попробую еще тут поклацать. За дверью, может быть, она тоже. Походу, тут видишь, есть какой-то секрет, что сбрасывать А сразу вон она нужно. там сбросила. Бам. Она наконец-то начала соображать, что у нее на спине они висят, А может. когда они видишь, и она тебя не заражает. А Нет. когда, да, когда ты Долго бегу. долго, пока они сами не вылупятся. Приперла там сейвиться. Ну давай, сохранись. Ну что ж, друзья, вот такое вот веселое приключение у Да, нас Resident весело. Evil Code Veronica получилось. Сегодня одни веселые приключения. Огромное спасибо всем за просмотры. Ну, продолжим в самое ближайшее время, я надеюсь. Для вас, как всегда, играл Андрей Броский. Да, и Сергей Габриэль Бельмонт. Всем пока. Всем пока.